Что такое кадастровая стоимость, как она определяется, от чего зависит? Из чего складывается размер кадастровой стоимости и как ее оспорить? Сколько объектов недвижимости Самарской области подверглись оценке? Какие ошибки могут возникать при проведении работ по кадастровой оценке и каким образом они устраняются? Смотрите программу «Город С» 18 марта 18:15. Гость в студии – заместитель директора кадастровой палаты по Самарской области Светлана Вандышева.